Всем привет! Сегодня проведу тренировку. Установил новое приложение, новый таймер, где можно устанавливать количество упражнений, рабочее время, сколько секунд делаем, сколько перерыв. Сейчас попробуем с 5 упражнений, каждые 30 секунд и 10 секунд отдыха. И так несколько кругов. За пару секунд таймер будет звуковым сигналом напоминать, когда заканчиваем и когда начинаем. Первое у нас будет подтягивание. Второе – брусья, третье – скакалка, четвертое – отжимание и пятое – приседание. Погнали! Старт! Это первый круг. Между кругом отдыхаем минуту и через минуту начинаем опять.
Все, начинаем второй круг. Погнали. Все, еще минуту отдыха и следующий круг начинаем. Как-то за минуту у меня дыхание даже не успевает восстановиться. Погнали на третий круг.
все, третий круг окончен. Сейчас 1,5 минуты отдыха. Через 1,5 минуты четвертый круг пойдет. Так, еще 35 секунд отдыха. Запускаем таймер на четвертый круг.
Что, еще один пятый круг. Полторы минуты отдыха. Тут хоть запись идет. Идет. Погнали, пятый круг. Запускаем таймер.
Все, на сегодня для первого раза 5 кругов достаточно. Фух. Отдыхаем.